Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! С вами Лола и Рустам. Если вы еще впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Переговоры властей Узбекистана и талибов в Термезе перенесены. Ранее сообщилось, что переговоры пройдут в Термезе в пятницу 15 октября. Переговоры властей Узбекистана и Афганистана, запланированные на пятницу в приграничном Термезе, перенесены. Возможно, они состоятся в субботу, сообщил РИА Новости участник переговоров с узбекской стороны. Сегодня встречи в Термезе не будет. Возможно, она состоится в субботу, сказал собеседник агентства. Он не уточнил причины изменения сроков переговоров. На прошлой неделе глава МИД Узбекистана Абдул-Азиз Камилов провел в Кабуле переговоры с представителями Временного правительства Афганистана. По итогам встречи была достигнута договоренность провести в ближайшее время совместные переговоры в Термезе. Встреча была назначена на пятницу, 15 октября. Стороны планировали обсудить вопросы торгово-экономического характера. Речь идет, в частности, об устранении барьеров для роста взаимного товарооборота, а также запуске проектов строительства Лепсурхан, Пули-Хумри и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар.